Кто такие насекомые? Насекомые – это маленькие букашки. Насекомые – это такие маленькие существа, которые дают людям пользу. Это такие жуки, сосущие кровь. У них три части тела. Голова толще, брюшко. Они разные. У них разные цвета, разная форма. Они ползают. Они маленькие. Их очень трудно заметить. Каких насекомых ты знаешь? Комар, бабочка, пчела, оса, муха, клещ. Солдатиков, муравьев, божьих коровок, стрекоза, бабочка, тараканы, пчелы. Их можно встретить на лугах, на полях, в лесу, на природе, рядом с домом. На рыбалке можно встретить. Насекомые живут в траве и на кустах, на болоте, на бассейне. Расскажи о каком-нибудь насекомом. Солдатик оранжевый, у него черные пятнышки есть, у него есть усики, лапки. Стрекоза, у нее очень большие крылья, и она очень красивая и синяя. Комар – это кровососущее насекомое. Она пьет человеческую кровь и кормит своих детей. Светлячок он своим светом отпугивает все. Змеи, там хищных насекомых, там хищников. А и когда он просто запутывает их или убегает от них. А и когда запутывает и убегает, их пугает одновременно.